Salam uşaqlar, bugün rus dili 8-ci sinif üçündür və bizim 31-ci dərsimizdir. Выдающийся педагог, görkəmli педагог. Gəlin başlayaq uşaqlar, mən oxuyum və tərcümə edim. Ферудин Бек Кочерлев, выдающийся педагог, известный просветитель, ученый, литературовед, родился в 1863 году в городе Шуша. Görkəmli педагог, görkəmli maarifçi, ədəbiyyatşünas, alim Ферудин Бек Кочерлев 1863 ildə Шуша şəhərində anadan olmuşdur. Начальное образование Ферудин Бек получил в местной русско-татарской, азербайджанской школе. Ферудин Бей ilk təhsilini yerli Rus-Tatar, yəni Azərbaycan məktəbində almışdır. Əvvəlcə Rus-Tatar deyirdilər də, Azərbaycanskaya demirdilər, Tatar deyirdilər. После окончания школы он поступил за Кавказскую учительскую семинарию в Горе. Deməli, məktəbi bitirdikdən sonra Qoridəki, deməli, Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasına daxil olur. В 1885 году Кочерли окончил учебу и был приглашен на работу в эту семинарию. Deyir ki, 1885-ci ildə Kocerli təhsilini başa vuraraq bu seminariyaya işə dəvət alır. Там он преподавал до 1918 года, deməli 1918-ci ilə qədər orada dərs demişdir. В том же году Кочерли перевел азербайджанское отделение семинарии в Газах. Elə həmin il Kocerli seminariyanın Azərbaycan bölməsini Qəzzaya köçürür. Там он трудился до конца жизни. Ömrünün sonuna kimi orada çalışıbdı. Aha. Так. Семинария подготовила к 1959 году около 3000 учительских кадров. Deyir ki, deməli, 1959-cu ilə qədər seminariya 3000-ə yaxın müəllim hazırlamışdı. Ферудин Бек посвятил себя воспитанию молодого поколения. Deməli, Ферудин Бей özünü gənc nəslin tərbiyəsinə belə həsr etmişdir. Он заботился о каждом семинаристе. Deməli, o hər bir семинаристə maraqlanırdı. Кочерли горячо любил свой народ и около 40 лет своей жизни посвятил его просвещению. Кочерли халгын belə deyək də itirazla sevirdi və ömrünün 40 ilə, deməli, yaxını onun belə deyək də təhsilinə həsr etmişdir. Большой вклад внёс Кочерли и в развитие азербайджанской литературы. Deməli, Kocerli Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına da böyük xidməti olubdu. В 1925 году был опубликован самый крупный труд ученого материалы по истории азербайджанской литературы. Belə deyək də, 1925-ci ildə alimin ən böyük əsəri olan Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə dair materiallar deməli, nəşr olundu. В наше время увидел свет его двухтомник «Азербайджанская литература». Deməli, так, bizim dövrümüzdə onun, deməli, iki tomluqda, belə iki kitab olan, yəni iki cilt deyilir, Azərbaycan ədəbiyyatı, deməli, belə deyək də, ışıq üzü gördüm. Aha, ondan sonra Kocerli был не только выдающимся педагогом и писателем, педагогом и ученым литературоведом. Он был замечательным писателем, публицистом и переводчиком. Deməli, Kocerli təkcə görkəmli pedagog və ədəbiyyatşünas alim deyil, o gözəl yazıcı, publicist və tərcüməçi idi. Им переведены на азербайджанский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Чехова, а также европейских авторов. O Azərbaycan dilinə, deməli, Puşkin, Lermontov, Çexov, eləcə Avropa müəlliflərinin əsərlərini tərcümə etmişdir. Сегодня имя Ферудин Бека Кочерли носит улица в городе Шуша, Республиканская детская библиотека в Баку.
Сегодня имя Фирудзинбек Кочерлин носит улица в городе Шуша, Республиканская детская библиотека в Баку. Демели бугюнде Шуша шәһәрендә бер күче вә Бакыдагы Республика ушак китапханасы Фирудзинбек Кочерлинның адыны ташыйр. Бәле ушаклар вә яңа сүзләребез просветитель тот, кто распространяет знания, яни марифчи. Поколение, люди, живущие в одно время, в одну эпоху, нәсил. И просвещение, распространение знаний и культуры. Демәле, маариф демәйтем. Беле, вә икенде тапшырыгымыза кечер ушаклар, шифай шәкелдә уланнары кечерем, мәлимнән иштиярсыңыз онлары. Икенде тапшырықта біз жүмләләрі мәтіне гөре тамамламалы. Келін, язах. Ага. Известный просветитель и педагог Кочерли родился в 1863 году в городе Шуша, где тамамлыйрсыңыз. За Кавказскую учительскую семинарию Фирудзинбек поступил после окончания школы. В эту семинарию Кочерли был приглашен на работу. В 1918 году он перевел азербайджанское отделение семинарии в Газах. Так. Он на Сунгра. Семинария к 1959 году подготовила около 3000 учительских кадров. Просвещению горячо любимого народа Кочерли посвятил около 40 лет своей жизни. Кочерли перевел на азербайджанский язык произведения Пушкина, Лермонтова, Чехова, также европейских авторов. И имя Кочерли сегодня носит улица в городе Шуша и Республиканская детская библиотека в Баку. Баку шәкелдә демәле там күрсәдем мен. Күрсәнсен, ага. Вә кече үченче тапшырыгымызда ушаклар. Бурда да сонлыклары без демәле язмалыйк, бурда яздым, вақт кетмәсен дия. Известный просветитель. Просветитель какой? Известный. Образование какое? Начальное. Школа какая? Местная. Труд какой? Крупный. Семинария какая? Учительская. Отделение какое? Азербайджанское. Поколение какое? Молодое. Вклад какой? Большой. Так, по шакильда, демели, без святен сонухларен язарах. Так. Кечай нөбәте, демәле, дүрдінжі, бұрда тест кеме тест бар. Найдите ошибку, своя жизнь. Жизнь, как жизнь бұрда қадын жинсінда. Моя жизнь. Онда свой олмаз, своя олар, демәле, дем. Ондан сұра. Так, материалы по истории азербайджанской литературы являются самым крупным трудом Кечарли. Б варианты, бурда тамамламалы их. С каким словом сочетается слово поколение? Нәсіл дейрисе, молодой, генч. На вопрос куда, хара дейрисе, в семинарию, куда, библиотеку и на работу дия, без сечерей. Так. Швайша кильдады, так, едды да, ушахлар. Подберите антониму к следующим словам, составьте с ними словосочетание. Демяли. Бұрда фейлер верілепті вә біз антоним әксменада олан сөздәрі тапалық вә онларына сөз бірешмәләрі язмалық. Кәлін, язақ. Аха. Например, полезный, файдалы, файдасыз, бесполезный. Начальный, конечный. Мәселен, бірінжі вә ахырынжы да белә. Молодой, старый. Генч вә годжа. Разны, одинаквы. Джүрбә-джүрді, мәселен, Эйни оланды, одинаковы. Сильный, слабый, зәйіп, мәселен, гүджілі, зәйіп. Настоящий, поддельный, мәселен, оригинал вә сақта. Высокий, низкий, хүндір, балача, да, беля. Тяжелый, легкий, большой, маленький, крупный, мелкий. Вә хансы, мәселен, бұрда яздым, сөз береш. Мәселен, полезный фрукт, дейірке, файдалы бір мейвәді, мәселен, начальный класс, ибтидай сені, мәселен, одинаковый свитер, эйни олан свитерді, поддельный документ, сақта документа, сәнәт, легкая сумка, мәселен, юнгіл бір чанта, мелкий песок, белядейті, мәселен, хырда гум демәйті, да, мелкий песок. Бақ, бұ шәкілді демәлі яза білерсіңіз, мүмінәді яздығым. Сіз де бұл шәкелді өзіңізді яза білерсіңіз. Вә кече нөбәті бізім тапшырығымыза. Так. Бұрда ребусты.
Лиса, катер, бурда А хәрефе бар вә тура. Демәле, ли, соңра, тера, тура, литер адабият олыр. Ли, тера, тура, дия сөз алыныр. Доккузда ушақлар, доккузда да нейне мәлей, бурда нөміне берлепті. Я хадел в гости к кому к другу мән, демәле, кимін ивіне гонах кеттім, кому к другу, достумын и, да, достума. Я был в гостях у кого? Кимин, демеле, я был в гостях у кого дейрися? Кимин, ивинде, меселен, олмушам гонах мен, достумун дия, бах, бу шекилде, демеле, язмалых. Эйнен, бунлары, бу шекилде, келин, язах. Угу. Демеле, вчера брат ходил к кому? К зубному врачу. Ты шекимне гетмишти. Вчера брат был у кого? У зубного врача. Кимин янында иди? Кимин янына гетмишти? Диш хекиминин. Сегодня мы ходили к кому? К учителю математики. Сегодня мы были у кого? У учителя математики. Школьники ходили в больницу к кому? К больному другу. Сонра. Бу шекилде язрык. Школьники были в больнице у кого? У больного друга. Летом мои родители ездили к кому? К своим друзьям. Летом мои родители были у кого? У своих друзей. В воскресенье мы ходили к кому? К нашим родственникам. И в воскресенье мы были у кого? У наших родственников. Там гёрсядемся, демели. Угу. Таяндрыф видеоны язап билярсеніз. Вә кече бізім 10-жу тапшырғымыза. Бұрда мәтніміз бар. Мәтіне демәлі біз адлық вермәлі письма, мәктуплар дия мән язмышам. Письма, которые мы пишем, могут быть обычными и электронными. Дейір ки, яздығыңыз мәктуплар ади, вәді электрон ола білер. Обычные письма отправляются в конверте. Ади демәлі мәктуплар зәрфтә көндәрілер. На конверте пишется адрес получателя и отправителя. Мәктубында үзәрінде беләді ехті алыцы вә көндәрлән үнваны язылыр. Ответ на обычное письмо невозможно получить в тот же день. Әлбәттеке, она күрәдә мәктуба демәлі цавап эйні күндә, яғни цавап алмақ мүмкін дейіл. Поэтому адресат не сообщает, что получил письмо. Он говорит, алыцы, да, инвансы мәктубы алдығыны көстәрә білмір. В электронном письме указывается только электронный адрес получателя и тема письма. Или e-почта, мәселен, да, электрон почта, ялмыз, алыцыны, мәсел, e-почт инваны вән мөвзу көстәрілер. Ответ на него может получен в течение нескольких минут, ама джавабы бірнече дәйке әрзінде, мәсел, алына білер. Пишете ли вы письма своим родственникам, знакомым, друзьям? Дейки, сіз язырсаңыз ми өз, демәлі, қоғымларыңыза, достларыңыза, демәлі, мәктуб. В какой форме вы пишете эти письма? В виде электронного или обычного письма? Дейр, ханса формада язырсаңыз, бұл мәктублары язырсаңызса. Электрон, йоқса, ади. Бақ белі. Вә кетші бізім 11-ci тапшырғымыза. 11-ci тапшырықта да бұрда нүктелерінің яна сон нұқлары қоймалы. Мен язмышам ұшақлар. Келін оны да оқуым вә тәржіме едім. Ферудин Бек Көчерли и его книга «Подарок детям». Ферудин Бек Көчерли вә онын балалары хәдия китабы. Впервые образцы азербайджанской устной народной литературы собрал в одной книге Ферудин Бек Көчерли. Дейір ки, ілк тәфә оларық Азербайджан шифайы халк әдәбиаты нүмінәләрі бір китабында топлуы Ферудин Бек Көчерли. Эта книга, составленная в 1912 году, была большим подарком для детей. 1912 ilde tertib edilmiş bu kitab uşaqlar üçün böyük hədiyə idi. Она так и называлась «Подарок детям». Onun adı da elə idi balaları «Хədiyə». Выход в свет книги «Подарок детям» стал большим событием в развитии детской литературы в Азербайджане. Дейір ки, балалары хадия китабының нәшірі Азербайджанда ұшақ әдебиятының инкишафында бүйік хадиса олды, бір хадиса олды да.
Ага. Фирудинбек был влюблен в азербайджанский фольклор. Фирудинбей азербайджан фольклорна, яни ашигиды, да. Он считал, что только обладая знаниями о своем прошлом, о своей истории, люди могут построить счастливое будущее. О hesab ki, insanlar yalnız öz keçmişi, öz tarixi haqqında biliklərə malik, deməli belə deyək de, olmaqla xoşbəxt gələcək qura bilərlər. Поэтому он, как просветитель, делал все для того, чтобы люди были образованными. Ona görə də o, belə deyək de, o da bir marifçi kimi insanların savadlı olması üçün hər şey edirdi. Ага, Ферудин Бек считал, что сказки, детские игры, загадки, пословицы, колыбельные песни, в которых отражена народная мудрость, его радость и грусть, традиции и обычаи, являются негасимым маяком, который освещает путь развития народа. Демели Ферудин Бек хесап эдирди ки, халк мюдрихлиğini, onun sevinç ve kederini, adet enenlerini əks etdirən nağıllar, uşaq oyunları, tapmacalar, atalar sözleri, laylalar xalqın inkişaf yolunu ışıqlandıran əbədi bir çıraqdır. Bax belə uşaqlar ve keçək vaxt itirmədən 12-ci burada diyalog var. Uşaqlar oxuyum ve tərcümə edeyim. Так, привет, Мурат, салам, Мурат, здравствуй, Алина, салам, Алина. Познакомься, пожалуйста, это мой младший брат. Deyir ki, tanış ol, bu mənim, deməli, kiçik qardaşımdır. Так, ага. А куда вы идете? Сіз хара кедірсіңіз? Я хочу записать брата в библиотеку. Мен deyir ki, qardaşımı kitapxanaya yazdırmaq istəyirəm. А где находится библиотека? Без kitapxana harda yerləşir? Недалеко, почти рядом с нашим домом. Bizim evimizin yanındadır, deyir ki, yaxınlıqda. А какие книги любит читать твой брат? Hansı kitapları sevir, deyir ki, sənin qardaşın oxumağı? Он любит читать сказки, он нağılları sevir. Но я думаю, что библиотека посоветует нам какую-нибудь книгу, какую книгу выбрать? Deyir ki, ama mən elə fikirləşirəm ki, yəni kitabxanacı bizə kömək edəcək, məsləhət verəcək ki, hansı kitabı seçmək lazımdır. Я слышала, что в детской библиотеке для юных читателей проводятся выставки, конкурсы, мастер-классы, игры и викторины. Eşitdiyimə görə deyir, uşaq kitabxanasında gənc oxucular üçün sərgilər, müsabiqələr, ustad dərslər, oyunlar, viktorinalar keçirilir. Да, я знаю, бәлі, мен білерім. Это очень хорошая библиотека, дейр. Бұл чоқ гөзел бір кітапханады. Ну да, ну до свидания, чоқ сау ол, до встречи, görüşərik. Бақ, белі ұшақлар. Так, білдіңіз ке сөйпәт нәден кедір. Вән 13-те ұшақлар, 13-те, демәлі, выполните задание по образцу. Рубить дрова вә топор язлық. Рубить дрова топором дия. Мысалы, бұрда, чем топором дия. Biz bu şəkildə deməli sual verməliyik. Burada çistit kostyum çim, şiotkay. Lavit rıbu çim, setyu. Myt ruki çim, mylam. Kapat zemlu çim, lopatay. Ubirat kvartiru çim, pılisosam. Risovat kartinu çim, kistyu. Rezat xleb nojom. Çim, nojom. Yəni, творительный падеж да olmalıdır. Gəlin, onu da yazaq, uşaqlar. Bəli. Çistit kostyum şiotkay, lavit rıbu setyu, myt ruki mylam, kapat zemlu lopatay, ubirat kvartiru pılisosam, risovat kartinu kistyu, rezat xleb nojom. Dediyim kimi, творительный падеж да olmalıdır. Və burada da belə bir oyunu var. Deməli, hansı sözlər alınır? Geologiya, ekonomika, anatomiya və medisina. Belə uşaqlar, sağ olun, görüşərik.